Всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Dash Incorporated. На связи с вами ваш Альберт Вескер, а это Close to the Sun. Мы с вами находимся на борту Гелиуса и отправляемся в наше дальнейшее путешествие по этому судну для того, чтобы помочь господину Тесле одолеть зловещие планы товарища Обри Кинга. Хотя формально я уже сам хочу этого Обри прибить за предательство, мерзкая зараза. Но, по традиции прежде, не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось, а также написать комментарий к этому видео и что вы о нем думаете. Ну и, в принципе, обо всем сюжете, и что хотели бы здесь увидеть. Тоже, как говорится, мне очень нравится читать ваши комментарии. А да, и в Дискорде, ВКонтакте, ссылочка в описании. И колокольчик не забудьте включить, мало ли YouTube заработает. Кстати, ребят, пока идет загрузка, наверное, все помнят вчерашнее вечернее прохождение. Я говорил, что была проблема с телефоном. Я разобрался, в чем суть. В общем, просто удалите Chrome, все обновления, и остановите его. И все будет работать прекрасно. Мне помогло. Ну, еще остановить там. Ну, если не поможет, то там есть еще такое приложение Android System View. Его тоже обновили. Полностью удалите все обновления и отключите, остановите. И все будет работать прекрасно. Ну, это так, к слову. Техническое замечание по поводу вчерашней мировой катастрофы. Как говорится, надо было просто убедиться, время, чтобы все это работало нормально, убедиться. И все, убедились. Знаете, самое забавное, мы с вами, когда убегали от опасности, только один раз смотрели за спину. А зачем это сделано, я не понимаю. Путь Аресса. О, отлично. Война нас сегодня ждет. Красота. Ой-ой-ой. Нет. Да вы издеваетесь. Вы посмотрите, сколько здесь заразы там. Мне что, сейчас теперь бегать придется, что ли? Роуз, have you arrived? Yeah. Да. I'm heading towards the tower now. What the hell is happening? Aubrey is channeling power from all over the Helios in a hopeless attempt to close the rift. He's just making it worse. Exotic energy is leaking everywhere. We need to get up there before it's too late. Go through the base entrance towards the tower. Continue up until you find a large equipment elevator. Use it to the top of the tower and stop Aubrey. Ясненько, то есть скормить его, да? Then you keep Aubrey in check while I use your sister's research to close the rift properly. But we don't have much time. Please hurry. Все? Понял. В общем, добраться до подъемников в башню Теслы. Нам ничего не угрожает. Тесла Тауэр. А тут хоть есть что почитать-то? Да, тут даже полно чего почитать должно быть. Но я пока не вижу, что тут почитать. Мне хотелось бы что-нибудь почитать здесь, но я пока не наблюдаю этого. Ладно. Чтение, чтение. Но я думаю, вот там в конце что-нибудь будет. Уверен же, что здесь что-то должно же быть. Нету? Да вы издеваетесь. Я прошел через эту материю, чтобы что-то почитать. А тут этого нету? Да вы издеваетесь. Ученые бегут, но в безрезультатной попытке. А это башня Тесла, полагаю, да? Нам туда, значит. О, тут уже кого-то кушали. Как мило. Бедная женщина. Он ей руку отгрыз. Даже не съел, он просто отгрыз. Что за свинство? Вообще, зачем они их едят?
Я этого не понимаю. Смысл в этой... В этом пожирательстве. Каков в этом смысл? Я не понимаю. Вот объясните мне, в чем смысл пожирать людей? Да, она самая есть. Нам как бы туда, наверное, но... Ну, мне кажется, что нужно обходить вот по этой стороне. О, бедная девушка. Ой, чуешь, здесь сейчас Людвиг появится. Не знаю, я почему-то чую Людвига. У меня такое ощущение, будто... Открой чертову дверь. Но им не открыли, и вот поставшись двое здесь лежат. О. Чертеж генератора Теслы. Чертеж, содержащий информацию об улучшенных... об улучшениях старого генератора Теслы, тот, который нас чуть не зажарил, да, внизу? Спасибо. Это первый чертеж. Значит, у нас сегодня ждет прямо длинное, спокойное прохождение. Нам, наверное, туда, но я хочу посмотреть, что тут. Костюмы Фарадея. Это, знаете, это как клетка Фарадея, только... Вместо клетки тут костюмы. Походу, человек хотел, видимо, переодеться, чтобы быть в безопасности, но не получилось. Типа дезинфекция, да? Ясно. Ну или гермоворота. Тоже как вариант. Ага, значит мне туда. Ну хорошо, идем. О, сохраночка прошла. Так быстро сохраночка нигде не проходит. Значит, сейчас будем бегать, да, от чего-то. Не хочет перелезать. Some help with the equations up there. Hi, guys. Rose, you're still alive? Конечно. Hey, you know, you're proving to be much harder to kill than your sister. You're still not even a tenth of the scientist Ada was. Oh, don't you worry, Rosie. I don't need to be her equal to reclaim the spot she stole from me. All I need is a bit more time and a little less interruption from the relatives of dead people. Вот ты серьезно, да, Обри? Я просто пройду вот по этому пути. Благо, местная система всепожирательства открыла парочку проходов. Спасибо ей на этом. Я какую дверь открыл? Ту, что ли, да? Да, вроде ту. Надеюсь, она не закроется. Но у меня жуткие ощущения. Лучше перебегу-ка. Так. Ну... Обрезок Обри Кинговский. Tesla Elevator. Это что у нас? Чертеж, содержащий информацию о порядке работы башни Tesla на борту Гелиоса. Еще бы указали этот порядок, был бы вообще прекрасно.
Я перекрою вот это, то мало ли он будет убегать, а я хочу, чтобы его пожрали. Ага. Ты серьезно? Ты сюда прошел спокойно сам, тебя никто не пожрал. Так что я могу быть уверен на 100%, что такой уволень, как ты, даже не подумал закрыть вентиляцию. Давай, Роузи. Ой, сколько здесь кровищи. Или это пыль? А, это паутина. Ну, ничего не поделаешь. Ради науки на что только не пойдешь. Давай, Рузи. Но здесь однозначно Людвига быть не может. В противном случае бы... Ну, Обри бы уже был мертв. Если только они не спелись, но маловероятно на это, зная Людвига и зная Обри. Та-та-та-та-та-та-та-та. Люд... Оу, сколько кровищи. Походу, местная иммунная система здесь отлично поработала. Вот закрыто. О, вы спите, или вы издеваетесь? То есть я должен вот здесь сейчас ходить, да? По опасной зоне. Мне либо вниз... Либо что, и... А, мне... Подождите, это спуск вниз, что ли, я не понимаю? Так. Нет? А, мне просто вот так надо было пройти, да? Я думал, здесь в обходку. Ну, ладно. Ну, сказал ты стоп, что дальше? Я гоп скажу. Так, куда мне теперь? Туда только, наверное, спрыгивать. Ага, вижу. Стоп. Я только что сейчас видел здесь силуэт. Это мне не нравится. Я только что сейчас видел здесь силуэт. Это меня вообще не устроило. Вы видели этот силуэт? Я не сошел с ума. Здесь реально был силуэт. Походу, иммунка за мной наблюдает, но меня пока не трогает. Чертеж, содержащий информацию о расширениях башни Теслы на борту Гелиус. То есть, они хотели поднять или даже улучшить ее, бы сказал бы. Ой-ой-ой-ой. Тут уже этой энергии хоть отбавляй. Походу, я к нему подошел вплотную. Обри, ты откроешь мне дорожку? Чертеж, содержащий информацию о принципах работы башни Теслы на борту Гелиуса. Save the Helios. Nikola will only know what I tell him.
You can't lie yourself out of this one. He's on the way, Aubrey. He knows. Oh, please. Is this all you've got left, Rosie? Pathetic. I'll get rid of you the same way I got rid of Benny if I have to. You can take your empty threats and... Oh, sir. So glad you are here. I think there must be something wrong with... Nicola? Sir? Молодец, Тесла. Чертеж, содержащий информацию, расширимый на рельсе станции Тесла. Ну, хоть Теслу сейчас увидим. Надеюсь. А. Не знаю, зачем вот эта дверка, ну ладно. Так. А, это головоломка, ясно. А зачем тут такой сложно комбинированный замок на башню Теслы, я не понимаю. Ну ладно, это и не важно. Поехали. Тесла, я иду к тебе. Получено достижение The Path of Arias. 17 минут на одну главу? 17 минут на одну чертову главу. Слушайте, ну это какой-то новый рекорд. Видимо, мы должны были очень много раз помирать в этой гонке небольшой с иммунной системы, но походу она нас не стала особо дергать. Надо еще одну. Дайте еще одну главу. Как-то маловато, даже по мне. Я посмотрим содержание. Может, Николу увидим. А то даже ничего особо стоящего. Aubrey, we have unfinished business. Помогите Тесле вернуть управление над разломом в башне. Реши парадокс. Личная записка Теслы. А ты сам где? А к нам туда, как бы, я понимаю, да? Но я пройдусь пока вот по этому пути. А, ну да, ну да. Ну, конечно же, здесь все закрыто. Magnetic oscillation. Never mind. Just make all lights go red before pulling the auxiliary power switch. Вот он. Никола Тесла. Собственной персоной. Я беру этот кадр. Ой, Тесла, как же я рад тебя видеть. Жалко, что он так далеко. Лично хотел бы ему руку пожать. А как мне... Куда мне теперь идти, Тесла? Где тут лестница у вас? По какой лестнице? Там, наверное, ты имеешь что-то, да? Достал ты меня, Людвиг! Вытаскивай! Никола! Он идет к тебе! Надо спасать Николу Теслу! Да покажи мне Николу!
Pull the switch, Crows! Pull the switch now! You have to go! You have to go now! The rear elevator rolls! Calm down! Еще чего? I'm not leaving without them! On the table! Это Никола Тесла. Так. На каком столе? Тесла. Ну, хотя бы Людвиг подох, то спасибо. Так. Вот наши блокнотики. Да, качество знаю. Но учитывая, что нам, скорее всего, придется здесь убегать, ну, давайте поставим пока на высокую. Если что, поменяем потом. О! Go, Rob! You've got to go! Stop you! I'll be fine! You go! Тесл, ты спятил? Ну-ка, пошел. Ну-ка, Тесла, пошел со мной, живо. Погеройствовать он тут еще захотел. Ну ладно, покойся с миром, великий изобретатель. Ну, благо Людвиг остался на башне. Значит, нас он никак не тронет, это хорошо. Да, ты-то как? Get up, Rose. You have to run. The tower is about to fall. You need to move. What about you? Are you still up there? Don't worry about me. Just go, Rose. Go. Just keep running forward. Бегите вперед, да? Отлично, ясно. Бегите вперед. Это говорит о том, что сейчас за вами будет гнаться тонны иммунной системы. Это значит, самая низкая графика, самые низкие эффекты и никакого сглаживания. И бежим, бежим. Просто бежим. Знаете, как-то этот фитнес-тренер ходящий меня уже достаточно утомил. Реально, эти фитнес-тренеры местные меня прям очень доконали. Причем они буквально у меня по следам бегут. Тесла, дай мне свой разряд магический. Реально, они прямо вот по пятам бегут за мной. Меня это бесит. О. Кто-то кого-то живет. Красота. За мной бегут с плашником целым ордою. Я заснял момент смерти этой заразы? Черт, я заснял момент, как я взорвалась? Слушайте, впервые эту кнопку посмотреть назад пригодилась.
Можешь мне подойти, посмотреть? Слушай, это, ну, точно шоки какие-то. И впервые иммунную систему кто-то убил. Корабль, конечно, убил, но все же. Ладно, давайте двигаться. Мисс Арчер, did you make it? Да, живы. How are you still alive? The tower fell. Explanations are due another time. Too many variables. The research you carry, it can change everything. You're at the entrance to my private quarters. There's an emergency escape pod waiting ahead. Spin the globe to access the hidden elevator. It will take you down to my evacuation sub. Go! Найдите и прокрутите глобус, чтобы открыть доступ к лифту. То есть мне еще головоломку решать, да? Так, здесь закрыто. Там закрыто, тут закрыто. А тут личные апартаменты Теслы. Слушайте, прямо сегодня интересный день. Прямо... Ясно, не туда. Ну да, очень легко было. Да ладно тебе, все нормально. Путешествие во времени, личная записка Теслы. То есть он здесь решал все эти вопросы? Молодец, Тесла, уважаю. Нашел ответ во всем этом деле. Разлом — наш путь. Заметка Теслы. То есть надо через разлом пройти, да? Тесла, ты безумец. Но это безумство мне нравится. Надо вырубить второй рычаг. Подождите, оно не вырубается. Может, где-то есть еще рычаг, который я не заметил. Ага, тут еще есть парочка. И как мне, извините, их зажать? Ой. Походу, меня ударило током. Ну ладно. Не страшно. Так, посмотрим, что тут у нас есть. То есть мне нужно как-то заблокировать рычаги. Но я без понятия, как это сделать. Так, надо думать. А, тут порядок.
еще порядок соблюдать надо. Ну вот отлично. Вырубили наконец-то эту заразу. Так, не знаю, зачем он ее включил. Хотя, может быть, с целью безопасности, черт знает. Скорее всего, так оно и есть. Наверное, с целью безопасности он ее включил. А это что такое? Это что-то ценное. Я бы это забрал бы. Вроде такой прибор где-то видел. Из разработок Тесла, но я не помню, что это. А, вспомнил, это прибор по созданию шаровых молний. Слушай, возьми, хорошая штука, пригодится ведь. Тут проход в одну сторону. Тут все горит в другую. А там что у нас? Там какой-то пьедестальчик. Давайте к пьедестальчику пойдем. Роуз, я бы взял бы вот это. Лишние технологии Теслы никогда не повредят. А тут завал. Ладно, идемте тогда по тому коридору. А что еще остается? Только в личный покой Теслы идти. Но должен признать, он сделал себе отличную личную лабораторию. Уважаю. Вот себя не обделал. Вот вспомните, каких мы только лабораториях не были. Но эта лаборатория прямо шик. Where is that globe? Тесла, покажите нам дорогу. Не покажет. О, это его личный рабочий стол. Ah, is this one? Да, это он, но я пока его трогать не буду. Я хочу осмотреть все. Здесь видите, сколько всего наложено, сколько разработок, сколько чертежей. Это личный кабинет Тесла, это для меня мечта. Это моя мечта здесь оказаться. Реально. Ну ладно. Походу, здесь пока ничего нельзя взять. Учитывая, что тут лестница, но по которой я не могу лазать. Может... Нет, чую, эта зараза еще жива. Так это выход, что ли, был? Черт, я упустил пару изобретений Тесла, лутидовер за ним. А можно вернуться? Поверни глобус, хочу вернуться наверх. Что там у нас? Сядьте в аварийную капсулу, чтобы сбежать с Гелиоса. Слишком легко. Вот говорите, это слишком легко. О. Личная заметка Теслы. Эврика. Да, мы упустили в кабинете Теслы одну разработку. Я хочу вернуться. Можно вернуться. Ну ладно уж, печально. Реально, я сглупил. Надо было идти за Теслой. Уходим. Эвакуация. Ну, наверное, вот это. Катапультирование, да, из центра суда, мне нравится. Ой, да ладно тебе кричать, это просто полет в воду. Ты пристегнул за ремень, кстати? Походу, она не пристегнулась. В
Получен достижение The Fall of Icarus. Падение Икара. Ну, мы реально упали. Ага. Мисс Арчер! Мисс Арчер! Is the research safe? How did... Живой Тесла! Молодец! Yes. It's right here. Why? The research. I understand it now. They hold the keys to everything. We can bring her back. We can bring Ada back. Вот это да. Получено достижение. Keeper of Promises. Вот вы посмотрите, опять этот символ. Опять этот символ. Слушайте, я не думал, что так быстро закончится игра, но... Ой-ой-ой-ой. Можно скипнуть? Я скипну. Потому что, ну, сами понимаете, вот музыка такая специфическая, еще не хватало, что потом это вот авторское право или что-нибудь вроде, вот мы уже с этим сталкивались, сами знаете. Ой. Знаете даже что? Мне очень выбрать главу. Видите, мы не все секреты, конечно, везде собрали. Где-то смогли найти, где-то не нашли. Но есть отличная возможность просто потом чисто для себя походить и пособирать эти секреты. К примеру, в падении Икара я точно знаю, что мы не нашли в кабинете Теслы. А там наверху, наверное, был какая-нибудь разработка. Но тут уже нет смысла, наверное, бегать. Ну, чисто для себя, наверное, я за кадром пройду, пособираю все эти достиженицы. Ну, или запишу хотя бы точно, наверное. Если эти достиженицы будут, чтобы просто вот посмотреть все эти документы. Мне вот очень интересно. Лично мне игра очень понравилась. Игра хорошая, энергичная, бойкая, сочная, с хорошими достижениями, с плюшечками. В общем... Мне игра понравилась, она мне зашла. Мне реально понравилось взаимодействие даже с Николой Теслой. И пусть нам, конечно, его, опять же, лицо, именно его игровой модели нам не показали, но мне было приятно взаимодействовать с этим легендарным ученым. Вот реально, настоящий гений. И мне реально понравилось, что Тесла просто взял и зажарил эту заразу. Я про Джека-потрошителя, и он за нами не бегал. И при этом же он обрушил башню так, чтобы подорвать всю иммунную систему вселенной. Это вообще шикарно. Это вообще прям прекрасно. У нас, кстати, хороший даже кадр с этим попался. Ну черт, теперь я даже не знаю. Может, есть еще пара каких-нибудь кадров с призраком Теслы, тоже хорошо смотрелось бы. Но больше всего, я так полагаю, Тесла нашел способ вот из-за разработок сестры Роузы, ну, Ады Арчер, что есть возможность путешествовать во времени внутри этой игры, то есть намек на сиквел. Слушайте, ну это мне прямо очень нравится. Я надеюсь, что игра получит свое продолжение. Я вот очень хотел бы посмотреть на дальнейшее продолжение этой игры. Мне реально очень интересно. Мне вот интересно еще, закрыл ли Тесла свой разлом этот или нет. Надеюсь, что он его закрыл. Но, по крайней мере, я на это надеюсь. Потому что реально очень интересная игра. Я бы поставил... 9 из 10, будем честны, 9 из 10. На десятку чистую не тянет из-за управления. Потому что на джойстике, вот как я управлял, это вы сами понимаете, ребят, ну... Реально, очень туго, когда ты его там убегаешь. Со временем, нет, конечно, привыкаешь со временем, но все равно, пока ты привыкнешь, много раз помрешь. Но в целом, игра мне очень понравилась. Я всем рекомендую, ребят. Надеюсь, вам также понравилось... проходить вместе с нами Close to the Sun. Я для себя за кадром пройду вот оставшиеся вот эти вот полупустые главы, чтобы собрать материалы, которые я не нашел, потому что они просто чисто мне самому интересны. Но если будут какие-то интересные кадры, я, наверное, сделаю нарезочку из всего этого дела, и мы просто с вами их посмотрим. Реально.
Ну, надеюсь, вам понравилось сегодняшнее прохождение. Если да, лайк, комментарий, подписочка на канал, ну и подписка в группу в Дискорде, группу ВКонтакте. Ссылочки найдете в описании к этому видео. Спасибо всем, кто проходил с нами Close to the Sun, ребят. Желаю всем удачи. А уже очень скоро мы с вами проникнем в другую вселенную, которую мы давно с вами очень ждем в нашей, на нашем игровом канале. Всем удачи, будьте здоровы, будьте счастливы. До скорой встречи. С вами был Альберт Вескер, глава канала Umbrella Touch Incorporated, а также Никола Тесла на фоне. Всем удачи, до скорой встречи и пока-пока-пока. Еще увидимся в наших приключениях.